Колоссальный скандал в мире российского шоу-бизнеса. Известный ведущий и журналист Иван Ургант лишился своего российского бизнеса, части недвижимости и финансовых накоплений. Отец Ивана, известный актер Андрей Ургант, подтвердил информацию о банкротстве сына. Андрей Львович утверждает, что ситуация настолько плоха, что Иван вынужден в очередной раз эмигрировать из России и переехать в Израиль. Но российские СМИ сообщили и вовсе шокирующую информацию, что часть недвижимости и бизнеса Ивана Урганта были арестованы за неуплату налогов. Стали известны истинные финансовые потери Ивана Урганта и настоящую причину, в связи с которой он покидает Россию. Иван Андреевич был не только талантливым ведущим, но и преуспевающим бизнесменом, однако, как выяснилось позже, не всегда вовремя и точно платил налоги. В связи с данным правонарушением были взяты под арест основные источники российского бизнеса Ивана Урганта. В том числе сеть парикмахерских в городе Волгограде, продуктовый супермаркет в Москве и сеть фитнес-бассейнов по всей России. В связи с политическими санкциями Иван лишился и своего собственного телевизионного проекта «Место ведущего» в программе «Вечерний Ургант». Также в связи с неуплатой налогов у Ивана Андреевича были арестованы его финансовые счета в иностранной валюте на сумму более 1 миллиона долларов. Ну а наибольший удар пришелся по личному бизнесу Ивана Урганта. Одна его часть была безвозвратно потеряна, а другую пришлось продавать по бросовым ценам. Известный телеведущий стал спешно продавать роскошный коттедж, который располагается в Подмосковье, а также апартаменты в бизнес-центре столицы. Причем артист сделал убыточную сделку. Цена за недвижимость была заявлена на несколько миллионов меньше, чем стоит на самом деле. Ну и, наконец, самая главная потеря. Шоумен попрощался с выгодным бизнесом в России. Речь идет об агентстве элитной недвижимости «Эван». Из состава директоров компании Иван Андреевич вышел несколько недель назад. Как стало известно, основная потеря причины бизнеса – это некорректные высказывания Ивана Урганта в сторону российских властей. Многие рекламные компании разорвали договор с телеведущим и оставили его без основного источника дохода. Стало известно, что в планах у Ивана Урганта работать на местном телевидении в Израиле, однако неизвестно, будет ли телеведущий востребован на земле обетованной.